Дорогие друзья, ну, сегодня знаменательное событие такое удивительное, перед великим праздником крещения. Вот у нас есть возможность порадоваться, увидеть те места драгоценные для России. Дело в том, что 40 лет существует объединение «Русский Север». Но это как бы номинально он существует, и вот энтузиастом его создания как раз Лев Миловидов оказался. Он с его неуемной энергией, он вот осуществил свое заветное желание. Но для русских художников Север всегда был вот таким драгоценным, святым местом. Я вот так иногда думаю, что в свое время из глубины России во время гонения люди уходили на север и вот организовали ту замечательную жизнь, которая до сих пор питает наше искусство. А сейчас, и это достаточно всем известно, с севера наоборот народ уходит. И у меня такое ощущение, что Север прирастает исключительно художниками. Вот, там, у меня такое ощущение, что художников там больше, чем тех людей, которые живут, вынуждены там жить и как бы вот хранить память о том, что там, какой был этот замечательный регион. И то, что в конце 19 века наши замечательные художники как бы открыли для России вот эти места, я имею в виду Константина Коровина, Серова, и как бы вот эта традиция, она чтится русскими художниками до сих пор. И эта выставка, насколько я понял, она, в общем-то, впервые собрала столько замечательных художников. И я думаю, что каждый может представить, сколько еще могло бы быть на этой выставке работ замечательных, которые все знают, между прочим, и работы Виктора Попкова, и Игоря Попова, и Андрея Татунова, Стажарова. И вот где-то в промежутках они существуют и в нашем сознании. Поэтому эта выставка, помимо всего прочего, она вот вызывает такие ассоциации. И мне кажется, что поскольку очень много здесь академиков участвуют на этой выставке, академия тоже как бы причастна к тому, чтобы вот это из внимания художников не выпало, вот эта наша святая земля. И я думаю, что сам Лев Миловидов расскажет с большими подробностями, как он организовал это, на что он надеется. И мало того, ведь он осуществил издание замечательное, та книга, которая уже останется в памяти всех тех, кто принял в этом участие. Так что давайте, расскажите, пожалуйста, о том, как... Спасибо большое, уважаемый Виктор Григорьевич. Уважаемые дамы и кавалеры, леди и джентльмены, коллеги, друзья, позвольте в первую очередь начать с того, чтобы представить вам первого вице-президента Императорской Российской Академии Художеств
действительного члена Академии художеств, народного художника России, одного из авторитетнейших живописцев второй половины 20-го, начала 21 века, уважаемого Виктора Григорьевича Калинина. Это как раз говорит о том высоком авторитете, что придает значение сама наша высший штаб художественной жизни Академии художеств. За это вам огромное, Виктор Григорьевич, спасибо. Здесь столько моих друзей, тут помимо как бы всяких этих самых организаций, просто именно очень хочется встретиться с теми людьми, которые написали эти замечательные работы, чтобы они вот так вот замечательно выставились. Очень хотелось посмотреть. И хочу я начать свое выступление со следующего. О любви немало песен сложено. Я спою еще одну. Любовь. Со дня нахождения разумного гомо сапиенса на нашей прекрасной голубой планете Земля возникло такое чувство, имя которому было дано под названием «любовь». Именно любовь, многоплановое самовыражение, оно присутствует не только среди двух половин, мужчины и женщины, но оно многопланово и из себя представляет множество различных интерпретаций. Тысячи книг написано о том, что такое любовь. Но это понятие, уникальное явление в нашей человеческой жизни можно выразить всего лишь одним словом. Любовь-мечта. Вот именно эта мечта и является тем двигателем, за который и уходят за тысячи километров от своих родных мест наши дорогие художники. Уходят на далекий север, до сегодняшнего дня остающийся в некоторой степени и загадочной, и таинственной, чтобы воссоздавать, запечатлевать на своих полотнах ту первозданную красоту, ту высокую духовность и нравственность, которую предполагает этот удивительный северный регион. Слава, деньги и власть не имеют никакого значения для художника. Для него значение имеет только лишь один выполненный продукт. И вот этот удивительный продукт, создаваемый вами, дорогие мои художники, этот продукт, который несет в себя большие материальные духовные ценности, создаваемые вами на многие-многие века, тысячелетия, и составляют самое важное значение. Да, действительно, изобразительное искусство – это то удивительное искусство, которое служит веками. Вы, художники, создавая эти материальные ценности, даете возможность миллионам, десяткам, сотням миллионов наслаждаться этой красотой, этой духовностью, нравственностью и моралью. Искусство изобразительное, самый, как мы с вами знаем, самый демократичный вид искусства. И поэтому я в первую очередь, конечно, благодарен и вам, что вы даете мне в первую очередь возможность трудиться, чтобы открывать
людям, открывать обществу весь тот богатый внутренний духовный мир, которым вы все обладаете. Художник – лицо сугубо индивидуальное. Как мы все знаем, вам нужен только холст, подрамник, мольберт, краски, кисти, и вы через некоторое время выдаете то божественное чудо, которым наградил вас наш небесный Творец. Искусствовед же – человек, на которого ложится огромная ответственность, огромная задача. Искусствовед, написавший ту или иную статью, и что? Она лежит на столе, и больше ничего. И для того, чтобы эта статья увидела свет, ему нужны иной раз десятки помощников, десятки людей различных профессий, специальностей, чтобы та или иная статья, тот или иной альбом, книга увидели свет. И вот то, что сегодня представлено вам на взыскательный суд вас, знатоков, этот уникальный художественный альбом под названием «Русский Север», он является усилием многих-многих людей. И, конечно, коллектив художников бесконечно благодарен. Это в первую очередь главному редактору этого издания Галине Миловидовой, редактору и корректору Анжелкину Гейдер, составителям Галле Буртовой, Ирене Рыбаковой, переводчику на английский язык господину Касьяну, Кирьяну, простите, и, конечно, представителям самого окончательного выпуска этой книги, это труженикам, работникам типографии, которая выпустила этот прекрасный, исключительно хорошего качества альбом под названием «Русский Север». И мы, конечно, также благодарны и Максиму Пушнир, Дмитрию Пушнир, один из них генеральный директор, другой руководитель производством, за этот прекрасный уникальный альбом. И говорить о русском севере можно очень долго. 40 лет прошло с того времени, когда организовался этот прекрасное объединение творческое художников «Русский Север». У его истоков стояли ныне покойные уже заслуженный художник России Виктор Кудрин, Борис Кельберер, Артем Попов и единственный из той когорты, который сегодня здесь среди нас присутствует, это художник Валерий Комаров, который, безусловно, выйдет на мое место и скажет несколько добрых слов в адрес этого уникального творческого объединения художников «Русский Север». На это мероприятие мной был приглашен президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу. И, ну, это значит, нужно отслеживать буквально каждый день. Тот же президент, естественно, сегодня не смог прибыть на наше с вами торжество по той причине, что сегодня он находится, отмечает 75-летие со дня освобождения блокады уникального города Ленинграда. Но когда я сюда ехал, мне позвонили от министра обороны Сергея Шойгу, и который заявил желание, что он обязательно посетит нашу выставку с вами в один из будущих дней. И, конечно, это говорит о том, что руководители государства придают, вернее,
начали понимать и придавать значение вам, дорогие мои художники, которые составляют самое ядро, самое лицо всей многонациональной российской культуры и всего искусства, которое вобрало в себя многие различные виды искусства. И, безусловно, сегодня мы гордимся и приветствуем всех участников, а их всего в альбоме присутствует 34 художника. Притом художники такого уровня, там что не фамилия, то имя. Художники известные далеко за пределами нашей страны, известные во многих странах мира. Это говорит именно о том высоком авторитете, который вы своим талантом, своей, в первую очередь, трудолюбием, работоспособностью заслужили высочайшее уважение русского народа, всей мировой цивилизации. Ну и несколько лет тому назад президент Российской Федерации Владимир Путин произнес такое выражение, высказывание, перефразируя знаменитые высказывания выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, что в 21 веке могущество России будет прирастать с севером. А спустя некоторое время произнес еще одно очень уважительное высказывание. Изобразительное искусство тире благо для всего нашего народа. Это говорит о том, что и руководители наконец начали понимать, что вы, художники, именно являетесь тем ведущим звеном во всей русской цивилизации. И поэтому, заключая свое, извините за некоторые, может быть, большие выступления, сказать следующее. Да здравствует многонациональная русская культура. Да здравствует наш главный штаб. Это Императорская Российская Академия Художеств. Да здравствует Союз художников России. Да здравствует все вы, участники сегодняшнего мероприятия. И я хочу пожелать вам самого главного, это чтобы вера, надежда и любовь по-прежнему сопровождали всю вашу творческую деятельность, а чтобы все ваши родные и близкие продолжали гордиться вами. Именно они иногда приносят себя в жертву ради того, чтобы вы только творили то великое, благородное, доброе и вечное, которое предназначено вам Всевышним. И большое-большое спасибо администрации этого намоленного, уникального Центрального дома художника. И особый тоже большой респект уважаемой Марианне Михайловне, заведующей выставочной деятельностью в этом прекрасном доме, за все то, что она сделала для того, чтобы мы сегодня с вами сумели достойно отпраздновать это великолепное мероприятие. Спасибо вам большое. Спасибо, Лев Иванович. А теперь слово представляется секретарю правления Союза художников России, народному художнику России Валерию Головну. Дорогие друзья, я буду очень краток. Я хочу вначале от имени секретариата и правления Союза художников наградить благодарностью Беловедова Льва Александровича за большой вклад в российское современное искусство Российской Федерации.
Спасибо. Это, конечно, относится ко всем, всем присутствующим, ко всему Союзу художников. Именно благодаря вам могучий лев и зорчий глаз может делать все то, именно благодаря вам. Спасибо вам большое. А мне радостно, что в этот замечательный день, такой канун великого праздника, мы собрались здесь, и я вот здесь тоже. И присутствуем здесь на этой прекрасной выставке. И я счастлив то, что я здесь со своими друзьями, с кем мы идем по жизни. Спасибо вам всем. Лев Александрович сказал, что здесь присутствует один из основателей творческого объединения художников «Русский Север», член Союза композиторов Валерий Комаров. И я бы хотел, чтобы он тоже свои ощущения... Да. Я видел ваш трехтомник, замечательный. Так что я вкусненько, насколько вы внимательны. И так вот с таким... восстанавливаете то, что утрачено. Возрождение, да. Русского Севера, которому все поверили. И надо сказать, сначала, конечно, о Русском Севере, а надо сказать, что нормальную, большущую, великую работу сделал Лев Александрович Миловидов, чтобы мы здесь с вами все собрались. Человек настойчивый, упорный, не отступающий. Мы долго искали возможность выставить центральный художник. Благодаря ему спонсору, чтобы здесь все присутствовали. Так что Лев Александрович Миловидов действительно великий и могучий, как он сам себя называет. Так что мы должны все благодарить это благодаря Гурзалычу. И Русский Север – это такое наше место в северной нашей части, которые очень любят художников. Самое интересное, мы не сговаривались туда приведутся художники. Я когда обратил, я художник в 70-е годы, 80-е годы. С Кудрин, там я встретился, он слушал, тогда еще не было. Друзья мои, будьте добры, потише. Да. Так, я тогда буду громче говорить. Русский Север – это любовь художников. И, значит, они туда стремились. Почему? Потому что Русский Север, кто построил, кто его создал? Крепостные. Самый расцвет этого Русского Севера, он во время крепостничества возник, когда мешали бегать, возьмите Лескова, дубинный художник, он что призывает свою любимую. Поедем на север, там дома стоят белые, они горят, как на солнце, а они из лиственницы созданы. Дерево, которое не гниет, из лиственницы созданы. И значит, это самое главное. Главное, это короче. Я же хочу сказать что-то. Но я не совсем так хочу. И, короче говоря, вот эту всю красоту, которую они создали, которую мало сейчас кто знает даже, создали, да, создали русские наши крепостные. Простые мужики, известные мастера. И чем же он отличается? Чем он заманивает? Чем он завораживает? Художники в отдельности, которые потом собрались в одном месте, в одной организации, в творчестве объединения.
корреспонденту Российской академии художеств, заслуженному художнику Российской Федерации Николаю Сергеевичу Давыдову. Дорогие друзья, я не буду вас утомлять долгими речами. Поздравляю с наступающим праздником великим. Сегодня сочельник. Здесь сказали прекрасные слова о художниках, о севере. Север всегда манил и будет манить. И первопроходцы были те, которые в первых рядах альбома. Это и Коровин, и Архипов. Но пошло второе поколение, наше советское. Это Зверьков Ефрем Иванович, Стажаров, Попков. За ними пошло другое поколение, более молодое как бы. Это вот и Андрей Захаров, Григорий Чайников, Ромашка. Продолжаться более 12 лет. То, что делали наши великие художники. Север всегда манит к себе своей чистотой, первозданностью, своей самобытностью. Люди на севере – это особые люди. Там никогда не было крепостного права, и поэтому люди свободные. Это так же, как мужик и казак. Казак свободный, мужик – он всегда зависимый. Поэтому и чистота работ, которых художники привозят, она и дает путь свободу. Хочется сказать слова благодарности одному человеку. Говорят, один в бою не волен. Воин. Вот Миловидов, великий лев, он говорит, на самом деле великий, он издал альбом, он организовал нас, он сделал здесь выставку, да, ему помогала Академия и Союз художников, который сейчас его благодарит. Дай Бог ему долгие лета. И я думаю, Виктор Григорьевич, как представитель Зураба Константиновича, отметит как-то нашего замечательного Льва Александровича. Вот этот человек должен быть достойный тех наград, которые ему присущи. Всех благ вам! Хочется верить, что в какой-то работе какая-то душа дает себе отклик. Низкий вам поклон. Спасибо. А теперь снова одному из самых активных участников этой выставки, заслуженному художнику России Николаю Куртову. Одну минуточку. Николай Олегович, очень вежливо, одну секундочку. Сейчас перед вами будет выступать, как уже объявлено, уважаемый наш заслуженный художник России Николай Владимирович Куртов. Именно на его плечи легла огромная часть выполненной работы, которую мы сегодня с вами и приветствуем. И поэтому за это, конечно, огромнейшее спасибо. Он вместе со своей уважаемой, дорогой, любимой супругой Галлой сделали исключительно огромное дело за короткий промежуток времени. И еще бы мне хотелось, конечно, отметить, как вы все, уважаемые господа, понимаете, что в настоящее время, когда государство практически от Союза художников отвернулось, и никакой помощи мы от него не получаем, тем не менее находятся люди, которые помогают мне, в частности, финансировать все эти проекты. И вот сегодня, к сожалению, из-за болезни они не смогли приехать. Это господин Мурашов и его дочери, святая Ирина и прекрасная Елена. Они далекие люди от искусства, но отлично понимают, что именно художники делают все для того, чтобы наша страна превратилась именно в ту великую державу. Поэтому давайте заочно поприветствуем тоже их. Спасибо. Теперь слово Буркову Николаю. Я все сказал. Дорогие друзья, вот мы начинаем делать альбом, конечно, думали по итогам пленэра, сделаем такой необъемный альбом, но больше там хороший каталог. Потом это переросло в идею, конечно, сделать это широко и начать с Коровина, начать с Архипова, потому что север начинался оттуда, и нельзя не помянуть их и в своей книге не представить. Благодаря усилиям Льва Александровича до Третьяковки мы достучались, дозвонили, взяли с трудом оттуда слайды. Но, тем не менее, все это удалось. И с
спасибо художникам, которые откликнулись на эту идею замечательную. Все по одному разу, по нескольку раз давали слайды свои и откликались на это. Так что это труд такой наш общий, и я считаю, благодарен, потому что это останется на времена. Я вот держу лист здесь, из Везения нам поздравления с выставкой прислали. Я хочу просто сказать, что мы три раза были на этих пленерах, и это просто время замечательное. Потому что нам помогали администрации, нам помогали те светлые люди, вообще теплые, которые там живут, которые находятся. Там же нет ни гостиницы, ничего. И мы останавливались в домах простых жителей, они просто не совсем дешевы. Там живет, допустим, одна женщина одинокая где-то. Мы 10-8 человек заселяемся, нам постели все это организуют. Мы разговорились, отец у нее пришел с войны без руки и срубил дом. Огромный вообще северный дом один. Без помощника, без никого. Это вот люди севера, люди такие. Ну, вообще, там интересные встречи были. У нас, вот, допустим, мы встречались с человеком, который живет в Химже и объехал весь мир, практически на велосипеде. Он просто сотни тысяч километров проехал на велосипеде и в свое время он снимал Химже вот это с 70-х годов, 80-х годов. И на этих снимках мы видим, какая была Химже, сколько народу было. Очень много народу. Стада, коров там и все. Сейчас все поменялось, но тем не менее государство и наше Министерство культуры, оно выделяет огромные деньги художникам и жителям севера. Вот выделили деньги на восстановление церкви. Храм разобрали, деньги кончились. Он сейчас стоит такой. А художники ощущают это деньги на себе. Мы их получаем в большом количестве. Это поддержка нашего Министерства культуры. Так что, я думаю, они вернутся ближе на сам к нам. Вот. А так, всем спасибо за участие в выставке, за то, что вы работали. Мы всем присутствуем, что поддержали нас. Всем спасибо. Ну что, теперь пора от слов перейти к делу. Смотреть, восхищаться этими работами. Да, и перекусить, наверное. Ну и, наверное, очень интенсивно, так сказать, поработать вот именно тем ощущением любви, которое мы в данном случае все испытываем со стен этой выставки. А госпожа Бесчетина, есть госпожа Бесчетина? Да, есть. Да, зачитайте, пожалуйста. А, нужно, да? Да, это обязательно выставка. Удивительная, божественная женщина, которая известна во всем мире. Это известный композитор, заслуженная артистка России, лауреат премии правительства российского по культуре, заслуженный деятель Союза композиторов, божественная с редким именем для женщины Валерия, а отчество Викторовна, это значит победа. Она является автором целого ряда балетов, опер. Она сочинила свыше 400 песен, романсов на стихи самых известных поэтов. Поэтому, Валерия Викторовна, будьте любезны. Уважаемые гости, я буду кратко. Дело в том, что для меня как для... Внимание! Нормально, кому надо, тем слышать. Я как композитор смотрю на картины, звучат они или не звучат. Вы все так смотрите на картины, но вы просто, может быть, те, кто не композитор, не музыканты, не чувствуют вот этого звучания, а я его могу сыграть. И вот эти необыкновенные картины, они действительно все звучат роскошными мотивами, прекрасными мелодиями, потому что ни одна страна мира
не обладает таким богатством, как таланты, концентрация гениев на пять русской земли настолько велика, что ни в какой Швейцарии, Швеции, Америке, Франции, Японии не могут понять загадку русской души. Это степень, высочайшая степень концентрации таланта. И вот сейчас я смотрю на картины, они все воспевают русскую землю, красоту. Иногда сложные моменты, иногда у нас и сложная история. Но они все потрясающие своей энергетикой. Они дарят нам силу и показывают могущество и широту нашей великой державы. Я хочу поздравить всех авторов, всех создателей вот этого великолепного, уникального собрания, что вы сделали великое дело на все времена для наших потомков. Спасибо вам большое, и я буду счастлива, если здесь был рояль, я бы сыграла многие картины. Так что спасибо вам огромное, поздравляю. Я думаю, что лучше не скажешь. Да. И еще могу сказать об этой божественной женщине, что она уже завтра выезжает со своими сольными концертами в Западную Европу. Что, поедем? И если бы вы, господа, могли услышать действительно божественный голос этой удивительной женщины, певицы, актрисы, мы все бы были изумительно очарованы. Но я думаю, нам в будущем это все удастся сделать. Спасибо вам, уважаемые госпожа. Есть еще Мария Павловна Корягина. А? Жанна. Уже народ стал хорошо. Уважаемые дамы и господа, мы уже начали подготовку к новой выставке, к новому печатному изданию. Поэтому выставка открыта. Спасибо вам за прием. Спасибо. Человек.